Здравствуйте! Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Брянская губерния». О наиболее заметных культурных событиях на завтра, субботу, 5 августа, расскажу вам я, Оксана Измерова. В парке имени Тысячелетия Брянска завтра состоится эстрадно-джазовый концерт по пяти континентам. Солист, лауреат международных конкурсов Таня Лайт. Начало в 18 часов. Посетители парка имени Алексея Константиновича Толстого завтра в 18 часов ждет концертно-танцевальная программа с участием заслуженного работника культуры Российской Федерации Михаила Кулешова. В областном краеведческом музее проходит выставка винтажного стекла. Дядьковский музей хрусталя представил более 1000 экспонатов. Особый интерес вызывает раздел «Отражение истории в стекле», исторические сюжеты, портреты общественных деятелей. Увидеть также работы известного художника Евграфа Шувалова вы сможете завтра с 10 до 18 часов. Областной методический центр «Народное творчество» представляет в городском выставочном зале выставку «Кукла была, есть и будет». Впервые на одной площадке собраны куклы-мастериц со всей Брянской области. Многообразие техник и направлений, атмосфера детства, красоты и вдохновения. История куклы прослеживается со времен строительства египетских пирамид и до наших дней. Увидеть первую среди игрушек вы сможете завтра с 10 до 19 часов. Пока в Кремле остается двойник Владимира Путина, сам президент приезжает в Крым, чтобы отдохнуть от забот. Таков сценарий комедийного фильма, съемки которого сейчас проходят в Ялте. А что завтра можно посмотреть в кино? Фантастический боевик «Темная башня». Главный герой – единственный, кому под силу остановить человека в черном, прежде чем тот разрушит темную башню. В ролях Идрис Эльба, Мэтью МакКонахи и другие. Триллер «Похищение». В гонке по спасению своего ребенка ни скорости, ни риски не имеют никакого значения, в главной роли Холли Берри. Криминальный детектив «Ветреная река» на территории индейской резервации. Опытный охотник берется помочь агенту ФБР в расследовании дела об убийстве. Английская драма «Леди Макбет», 19 век. Молодая девушка выходит замуж за мужчину вдвое старше себя и очень скоро понимает, что любви и заботы ждать ей не стоит. Шарлиз Терон и Джеймс МакЭвой в боевике «Взрывная блондинка». Агент секретной службы Ее Величества отправляется в Берлин. Ей предстоит вернуть бесценное досье. Военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк». Начало Второй мировой войны. История чудесного спасения более 300 тысяч солдат, попавших в ловушку на берегу моря. Семейный мультфильм «Заячья школа». Смотрите в кинотеатрах «Райпарк» и «Люксор». Мультфильм «Стань легендой», «Бигфут-младший». Жизнь обычного подростка переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что в его жилах течет кровь последних легендарных хранителей леса. Драма Софии Коппола «Роковое искушение» пройдет в кинотеатре «Люксор». Триллер «Ужас Амитивилля. Пробуждение» пройдет в кинотеатрах «Райпарк» и «Люксор». Фантастический боевик «Планета обезьян. Война». Армия генетически модифицированных обезьян вступает в схватку с армией людей. Борьба за правление на Земле. Мультфильм «Гадкий я 3». Бывший злодей Грю решил полностью посвятить себя семье. Но тут возникает новый персонаж в его жизни – брат-близнец. Фантастический боевик «Человек-паук. Возвращение домой». Когда новый злодей угрожает уничтожить все, что дорого Питеру Паркеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой. Российский фильм ужасов «Черная вода» пройдет в кинотеатре «Синемаклаб». Приключенческий боевик «Овердрайв» смотрите также в кинотеатре «Синемаклаб». Парк культуры и отдыха железнодорожников приглашает всех желающих 6 августа принять участие в праздновании Дня железнодорожника. Спортивные состязания, детские развлекательные программы, концерт творческих коллективов, в том числе вокально-инструментального ансамбля «Стажары». До свидания!